Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Давай-ка заберем свои шмекли, которые мы уже наверняка проинвестировали. Так, забираем 700 и здесь 225. Грубо говоря, тысячонку, да? Сразу же в инвестиции. Это обязательно нужно делать, чтобы хоть какая-то копеечка у нас капала. 2000 шмекли уже есть. Так, что тебе нужно? Блин, какое-то топливо, до сих пор не могу понять, что за топливо тебе нужно. У меня его нету, это 100%, я говорю, даже можешь не смотреть здесь. Этому тоже нужно непонятно что. Так, кстати, сегодня будем тестить новых Морти. Это огненный и вот этот вот, со сферой. Ну что, тогда, наверное, рванем с тобой в этот, да пропусти меня, в очередной портал. Погнали. Идем с тобой вниз, хотя какой вниз, вот же портал. И хотелось бы посмотреть, в какой мы с тобой попадем мир. Так, ну здесь вроде бы как бывали мы уже. Что такое? Ага, я вижу, друзья, бактерию. Угу, не так все просто. Эту бактерию охраняет как зеницу ока. Блин, а мне придется сюда идти. Ладно, не обломаемся, сходим. Главное не напороться. Опа, смотри-ка, Морти-самурай какой-то. И смотри, кто там внизу бегает. Так, клетка бактерии. Это что за Морти такой новый? Ух ты, в первый раз такого вижу, кстати, в очках. Давай-ка его поймаем. Да иди ты сюда, господи. Вот как неугомонный бегает. Это отшельник Морти. Такого точно у меня не было. Так, он у нас камень, поэтому делаем замену на бумагу. Заодно пылающего Морти сейчас как раз и проверим. Как ты выглядишь, хотя бы покажись. Вот так вот. Ну что же, каменные кулаки. Это по нам. Угу. А мы давай-ка сделаем с тобой, наверное. Так, давай посмотрим. Сила 80, слабо будет. 65. 78. То есть получается вот красный туман самое сильное, да, что у нас есть. Ёк-макарюк, я чуть не переборщил. Пора захватывать его, этого отшельника. Так, у него там уклонение растет. Я надеюсь, у нас есть с тобой чип контроля. Да, последний. Хоть бы... Да, мы его захватили, друзья. Причем он 23 уровня. Угу. Отшельника, я тебе точно говорю, у нас не было. Поэтому круто. И давай-ка мы, наверное, все-таки в магазине Рика возьмем еще парочку чипов. Вот так. Мало ли кто нам еще по пути встретится, надо будет обязательно их хватать. И здесь, я смотрю, у нас нету места в мешке. Опа, еще один, ребят. Так мы сразу с тобой тогда сможем его... Да чтоб тебя. Сможем тогда его сразу и улучшить. Мне кажется, это какой-то будет генерал, наверное, Морти. Так, что... Что у нас тут? А, это опять камень. Да ладно, давай сделаем прилив. Все. Пускай он тут делает усиление, что хочет. А мы с тобой его сейчас будем хватать. Предмет. Находим наш чип контроля. И, надеюсь, все сработает. Есть. Да, даже Рик там заорал. Рэй. Опа, смотри, как кто внизу у нас. Редкий. Ух ты, а тут... Ну, этот есть у нас. Ты посмотри, сколько их тут разгулялось. 320 шмеклей, кабель и средства от паралича. Слушай, довольно удачно какой-то здесь мир. А слишком много, я смотрю, здесь бегает Морти. Хотелось бы мне глянуть, у меня предметов сколько еще? Один чип есть. Один чип. То есть вполне можно поймать кого-нибудь. Смотри, какой странный тут Морти. Кленовый лист, что ли? Слушай, а вот это вот что за Морти? У меня такого, по-моему, нету. Или был у меня самурай. В общем, в любом случае надо его ловить, потому что это обычный. А как ты знаешь, мы обычно с тобой скрещиваем. И у нас получается крутые. Так, порез сделаем. Надеюсь, не убьем его. Нет, не убили. Но хорошо ему врезали. Поэтому давай возьмем предмет. Чип контроля. Применить.
Да ладно. Ты серьезно? Твою налево, ребята. Мне пришлось уничтожить этого Ронина. Только лишь потому, что у меня сгорел чип. Шмекли плюс кабель. Блин, что же делать? Придется покупать тогда еще. А стоят они... Подожди-ка. А стоят они не дешево. А по 500 шмекли каждый. Так, ну ладно, возьмем на всякий случай 3. Уж думаю, этого нам хватит. Вот теперь попробуй найти этого Ронина, чтобы он здесь бегал. Этот-то у нас есть. Даже неохота его ловить, честно говоря. У нас их 2. И толку от них мало. Ладно, пойдем с тобой сходим, наверное, на арену, подеремся. И после, я думаю, что здесь появится этот Ронин. Хотелось бы мне верить в это. Так, а это-то у нас... Ты будешь выглядеть очень глупо, с размазанной по всему фейсу с жвачкой. То есть он хочет в меня жвачку свою плюнуть? Морти из культа Морти. Давай-ка мы возьмем с тобой камушек. Как раз проверим мистического Морти. Тут 24 уровень, да? И он обычный. А... Смотри, смотри, сразу поменял. Хабатун Морти, нифига себе. Хабатун Морти? Так, меняем на бумагу тогда. Берем с тобой, наверное... Ну, давай проверим пылающего Морти, как он будет с хабатуном сразиться. Так, а у нас редкий. Делает хамство. Наша скорость упала. А мы с тобой сделаем сейчас красный туман. Не понял. Нас еще и отравили. И он сам, кстати, отравился. Ох, ничего себе, красный туман-то как бомбит по нему. Плюс отравление идет, да? Ну, у нас тоже отравление идет. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем ему ожог. Уничтожили хабатун. Так, кто там следующий у нас будет? 295 опыта. Это как раз он, которого убрал. Продолжить. Твою налево, он же ножницы. Он ножницы, значит, мы с тобой возьмем камень. А камень у нас только лишь мистический Морти. Это единственный камень в нашей команде. Ясность. Безнадежно, говорит. Что ж такое-то? Давай-ка мы посмотрим, во-первых, что у нас за атаки. Уиджи. Мне не нравится Уиджи. Гильотина. Сила 70. Так, а здесь... Сила 80. Но здесь Уиджи будет посильнее, по ходу дела. Если это можно назвать посильнее. Твою налево. Моя атака еще и прошла мимо. Так, ладно, давай-ка мы возьмем нашего электрокинетика. Я думаю, что он справится. Во-первых, у него и уровень здесь 31. Атака. Раскат грома. Совсем другой разговор. Мы ему еще и скорость понизили. Так, еще раскат грома. Готов, партизан. Давайте мне следующего. И следующий, это что у него тут? Что у него, ребята, с прической? Так, Морти кислотного дождя. Тогда мы берем судью Морти. Тут эпик. Ну, а мы с тобой редкие. Так, что там? Критический удар, слушай, но... Не понял. Он две атаки делает. Стирание. Потрясающе. Мерзкие бесплатные пончики. Вот что он применяет. Да хорош. 4 раза за такую. Если такие дальше пойдут, которые по 5-6 раз то... А моя атака проходит мимо. Ты смотри, что творит. Ну ты посмотри. Я не удивлюсь, если мы промажем. Нет, мы не промазали, но прапорщик Морти появился. Это у нас бумага. Значит, делаем замену. И берем с тобой электрокинетика. Ну что же, испарение делает. А мы с тобой, естественно, раскат грома. Почти ушатали. Понижаем ему скорость. Он нам дает сдачи. Мы, наверное, добиваем его. Так, ну что, истощен у него Морти, прапорщик. И он вызывает опять этого. Продолжим.
Попробую сейчас удар молнии. Да. О-о-о-о. Добил. Прикинь. Ты прикинь, что он делает, блин. Я даже не знаю. Ну, давай попробуем судью Морти взять. У нас есть что-нибудь подлечиться там? Сыворотка. Я ее пока буду применять. Может быть, вот это вот использовать, а? Я мистер Мисикс, посмотри на меня. Это чтобы не париться. А это у нас, если не ошибаюсь, в свитере, да? А, в оранжевой рубашке. Это редкий, плюс он бумага. И давай попробуем сейчас сделать стирание. Посмотрим. Ушатал, но мне кажется, мы здесь победим. Так, берем с тобой, наверное, пылающего Морти. А, отравлен он. Тогда большого Морти. Ну что, поехали. Сделаем прилив. Да почему ты так промахиваешься-то постоянно, а? Объясни мне, большой Морти. Почему ты вечно промахиваешься? Может, он уже слабенький, а? Так, ну главное, мы победили здесь. 375 шмеклей плюс средства от яда. И получаем с тобой значок 148, ладно. Он всегда дает нам больше, больше, потом еще больше. Ты мне никогда не нравился, Рик. Забирай значок и убирайся. Так, для боя следующего нам не хватает 7 значков. Да, но тут, конечно, хотелось бы половить мне. А Ронин так и не появился, да? Жалко. Блин, ну как же так вот лопухнуться надо было, а? Пойти в драку и сфейлить целый чип. Ладно, выходим отсюда. Главное, мы с тобой получили значок. Сейчас нам нужно с тобой, кстати, да-да-да, сходить в питомник. Посмотреть, что мы с тобой получим за Морти. А, ну-ка, иди сюда. Давай посмотрим. Синтез. Где же? Вот он. Отшельник Морти плюс отшельник Морти. Делаем синтез. И получаем... Опа! Опасный Морти. Друзья мои, 36 уровня. Это камень. Редкий. 36 уровень. Это, по-моему, самый крутой уровень, который у меня есть. И знаешь, что я думаю? Может быть, нам его взять? Кстати, в лагере у нас тоже прокачались ребята. Результаты получаем с тобой. Так, Морти мастер плюмбусов получает левел. Этот Морти нифига не получает. Этот Морти Джерри получает левел. Плюмбуса Морти тоже получает уровень 12. Ё-моё, да они еще слабые такие все. Этот тоже получает. Плюмбониевый Морти тоже получает левел 16. Так, и теперь... Ну, этих-то я, наверное, отправлю опять. Пускай они ходят. Все равно с такими уровнями я точно ходить не собираюсь, ребят. А вот... Хранение? Хранение, пожалуй, я использую. Так, здесь мы с тобой уберем вот этого. Изменить отряд. Так, убираем с тобой, значит, мистического Морти. Удалить. А опасного берем. 36 уровень. Такой весь покоцанный, все дела. Так, что у нас тут еще? 26 и 26. Может быть, нам... Ну да, у нас есть замена. Подожди-ка, а он у нас какой? Блин. Он у нас редкий. Редкие ножницы, да? Редкие ножницы. Удалить, что ли, судью Морти нам с тобой? Или большого Морти? Давай, наверное, удалим с тобой большого Морти. А заберем... Морти Экзо-Омега. Что скажешь? Наверное, вот так вот мы с тобой и сделаем.
Будем ходить с самыми сильными персонажами, которые у нас есть. Кстати, 23-й, да, экзотический. А у нас тут Пылающий Морти 26-го уровня. Плюс Судья Морти. Судья Морти, кстати, тоже надо, наверное, его поменять. Только не на кого. Окей. Все, ребят, пойдем лечить раны, как говорится, боевые. И дальше ловить новых Морти. Так, команда у нас с тобой, как ты видишь, улучшилась. Давай исцеляй. А вот теперь надо их проверить, естественно, в поединках. Ты что за новый Морти усатый? Профессор какой-то ходит, там бродит. И, кстати, давай-ка заглянем вот сюда. Создание. Потому что у нас, как всегда, дофига чего есть. И много чего мы взять не можем. Собачий ошейник. Ну, придется тратить, потому что иначе мы с собой не можем взять вот эти вот кабели, которые находим. Быстрое создание. Что-нибудь еще можно сделать? Нет. Больше нам ничего здесь недоступно, к сожалению, пока. Ну что, погнали? 8 значков нам всего лишь нужно, чтобы пойти и наказать еще одного члена совета. Это, по-моему, будет предпоследний или даже последний. В какой меня сейчас мир забросят? Покажите, пожалуйста. Ну, практически... Опа! Смотри, кого я нашел. Иди сюда. Ну, иди, говорю, сюда. Ты посмотри, а. Слизистый Морти. Ёк-макрык, ты посмотри, как он выглядит. Блин, ну тут замену надо делать. Возьмем с тобой вот этого. Опасный Морти. Я просто хочу посмотреть, как он выглядит. Весь такой избитый. Так, ясность использует. Безнадежно. Так, а у нас какие есть атаки? Усиление. Подъем за трусы. Сила соточка. Ну-ка проверим. Ох, ёк-макарёк. Так, а теперь предмет. И хватаем его. Надеюсь, что мы его схватим. Есть контакт. Слизистый Морти у нас в копилочке. Надеюсь, мы еще с такого найдем с тобой и сможем схватить. А потом, естественно, улучшить. Что? Ага, уже поджидают меня там. Я попробую сейчас обхитрить их. Здесь абсолютно нечего делать. Так, я вижу кабель, он там лежит. Секундочку. Это кто там такой? Чё за... Джо Уэйдер бегает. Ты видел? Смотри внимательно. Твою налево. Привет, Рик, гуляешь по измерению? Хватит гулять. Я собираюсь победить тебя и отправить весь твой отрядец обратно в цитадель. Это говорит мне какой-то... мягкий балуги. Ух ты, Морти в скафандре. Редкий. Так, а он кто? То есть он вообще никто? У него даже нету специализации? Хорошо. Попробуем стирание. Так, защита растет его. И скорость падает. А если мы сделаем... Да нет, будем стирание делать. Плазменный взрыв. Это фигня все на самом деле. Испарение. Так, это кританул, да, называется? Крит у него фиговый. А мы его уничтожили. Кто там следующий у нас выходит? Продолжить. Ага, это у нас ножницы. Значит, мы с тобой берем камень. Подожди. Ну да, камень берем. Опасный Морти, подожди-ка, разве я их не залечивал? Почему у него здоровье-то половина? Apart, так, ладно, неистовый разум делает, безнадежно, мы говорим. Так, атака. Подъем за трусы. Слушай, у нас уровень 36, у него 23, мы его вообще сейчас в щепки разнесем, ты прикинь? У него вообще никакого шанса не будет. Вот так вот. Давай ко мне следующего. 36 очков опыта. Очень... Воу-воу. Вот такого хочу себе получить. Угу. Мега Морти. Экзотика. Бумага. Меняем с вами на ножницы.
Вот, хочу посмотреть, ребята, что за Морти Экзо-Омега. На что он способен? Это мутант, и мы мутант, как эта фигня тут у нас. Отросток, сияние. Разум, ё-моё, сделал. Так, у нас защита фрагмент. Сколько он идет? Сила 75, фигня какая-то. Соточка и точность 95. Поехали. Воу. Вот это мы внедрение сделали. Прикинь, пол хп просто. Как с куста. Еще разок внедрение. Шикарно. Так, он делает опять сияние, у нас половина здоровья. Ну что, я думаю, добить его будет не проблема. Нормалек. У него остается два Морти. 250 очков опыта. Это что еще такое? Кто ты такой, бро? В шапочке все дела. Если мы были ножницы, значит он 100% взял камень. А мы с тобой тогда возьмем пылающего Морти. Бумагу. Так и есть. Морти из бронзового века. Из бронзового. Тьфу. Красный туман. Круто. И несмотря на то, что он эпический. А, тут уровень. Хотя разница всего лишь в 3 левла. И он так отгребает от нас. Че, добьем? Добил. Мы, как всегда, с тобой промахиваемся. Ну-ка, давай еще раз красный туман. Ушатали. Ну что? Морти истощен. И дают нам фанат какого-то. Ну что, делаем замену. Получается, что он наверняка сейчас берет ножницы. Тогда мы берем опасного Морти. Глядим. Так, нет, друзья мои, он взял экзотического. Ну ладно, я думаю, что за счет уровня мы с тобой вытянем. Причем в легкую. Так, сок использовал. Ничего себе, 5 УЗ поглощает. Оу. Так, бро, хорош шутить-то, а? Вынесли его. Так, 345 шмикелей и плюс сыворотка. Ты, кстати, заметил, что у нас с тобой стали крутые персонажи, и мы теперь довольно легко проходим все эти поединки. 247 шмикелей он еще сверху набросил. Отвали, Рик. Ты мне за все заплатишь, когда я исцелю своих Морти. Да, конечно. Вот что я хочу взять. Вот, друзья мои. Видишь, тут ходит у нас редкий. И надо его поймать обязательно. Ох ты, интерн Морти. Такс, я думаю, что если мы с тобой возьмем ножницы, а это будет у нас Морти Электрокинетик, то мы сможем легко его победить. Главное не перестараться. Так, атака. Удар молнии сделаем ему. Все, этого достаточно. Будем теперь ловить его. К тому же он шокирован. Проклятие старейшины. Ну-ка, сколько у нас? Два чипа еще осталось. Пробуем. Опс. Написали, недостаточно ослаблен. Слушай, я боюсь его уничтожить. Ну давай. Блин, ну кого взять? Судью Морти. И ударить легеньким. Блин. Слушай, давай попробуем еще раз поймать. Последний чип, как говорится, с тобой тратим. Есть. Рикки-тикки-тави. Мы поймали с тобой этого Морти, но хочу еще купить себе. Нет, не предметы. Хотя сыворотку применить тоже не помешает. И возьмем ее на опасного Морти. Поставим. Да. А, еще есть. Хорошо. Кстати, смотри, тут 119 хп. Это у нас Морти Электрокинетик. Применяем. Все, да, остаются только купоны и прочее. Как вот сюда попасть? Подожди-ка, что я делаю-то? У нас портал уже. Там Морти, которого мы еще ни разу не видели. Даже не дрались с ним. Сейчас все проверим. Вначале я тут немножко покажу, посмотрю в округе. А как мне туда попасть? Хм, погоди-ка. Например, я хочу попасть в ту сторону. Опа-на. Я что, здесь не был, что ли? Флип нашли.
Так, здесь стоят эти хламоны. Здесь я пройти не могу. Опа, экзотика. Друзья мои, экзотика бегает. Блин, тут, наверное, драться придется. Фиг с ним, давай подеремся. Зато я пойду потом экзотического схвачу. Так, новобранец Морти. Нет, так дело не пойдет. Берем с тобой судью Морти. Стой, подожди-ка, он кто? Камень, а, он камень. Вот я же подумал, что он ножницы. Стирание, конечно же. Твою дивизию, ты посмотри, как мы его ушатываем. Так, ну можно, наверное, сделать и обычный толчок. Да. Морти истощен, давай следующего. Так, слушай, ну тут, наверное, он возьмет уже ножницы, поэтому будем готовы. Возьмем опасного Морти. Отлично. Ну что, атакуем. Подъем за трусы. Неплохо. Сонливость. Давай еще разок. Есть контакт. То есть минус второй Морти уже. Это что такое? В каком-нибудь опять обычном свитере. Мы сейчас были кем? Значит, он берет бумагу. Значит, нам стоит с тобой взять ножницы. Посмотрим, прав я или нет. Конечно, прав. Но он экзотика. Этого не стоит забывать. Внедрение, да, по-моему, неплохо бомбит. Очень хорошо бомбашит. Давай еще одну атаку. Ай-яй-яй. Есть контакт. В горном свитере. Вот кто это был за Морти. Хабатун, что ли, опять здесь? Если это Хабатун, он берет камень. Значит, мы с тобой возьмем пылающего Морти. Наверное, так. Угу. Отлично. Ну что у нас тут? Горелка, ожог, красный туман. Не так сильно, как я хотел. Но все-таки скорость у нас упала. Мы еще применяем красный туман. Отравил, а? И еще и атака прошла мимо. Прикинь. Ну-ка давай еще разок. Ты их заколебал. Блин, мы еще отравлены. То есть он меня сейчас вырубит просто-напросто. Делаем замену на судью Морти. Сейчас посмотрим. Это у него, кстати, предпоследний, да, получается? Стирание. Ага. Хабатун готов. Давай следующего. Кто там у тебя? Это кто такой, я не могу понять. Замену. Да, замену делаем. Значит, он, скорее всего, возьмет ножницы. Я не знаю, правда, кто это у него. Но костюмчик неплохой. Камень против камня. У меня экзотика, у него... Точнее, у него экзотика, у меня редкий. Ну, подъем за трусы попробуем сделать. Слабо. Да у него, в принципе, тоже не очень сильные атаки. Что за давка? Сила 90, в принципе, неплохо. Так, еще давку сделаем. И, судя по всему... Сейчас добью его. Сейчас добью. Вот и все. Вот и все дела. Мы кританули. Это Морти Кальмар, оказывается, был. 375 шмеклей плюс сыворотка. И сверху он еще и накинет. 371 шмеклей сверху. Слушай, ну я считаю, что это неплохо. Га! Губа! Губа-губа! Можешь не трындеть мне здесь, потому что я пошел... Вот здесь где-то он бегает. Вот он. Это экзотика, ребята. Слушай, подожди-ка, давай-ка подготовимся, потому что если у нас не хватит предметов, а у нас и нету. Это хорошо, что я заглянул. Вот было бы сейчас веселье. Чип контроля, конечно, на всякий случай возьмем с тобой 4 штучки. Я думаю, этого за глаза. Так, ну что? Давай ловить, куда он убежал-то? Вот он. Так, кто-то такой вообще, что за такой какой-то, знаешь. Ох, ёк-макарёк, ничего себе. Демонический Морти. 25 уровень, он ножницы. Поэтому мы с тобой берем камень, это будет опасный Морти. Лишь бы не переборщить. Лишь бы его не убить. Ну, выглядит офигенно. Адское зелье.
А так растет. Что он там еще? Защита растет. А ну-ка. Блин, давку если только сделать. Крепкий малый, очень крепкий. Так, его атака прошла мимо, прикинь. Давай еще разочек давку сделаем. Вот теперь, я думаю, надо ловить его. Тиски. Опять атака прошла мимо. Ха-ха-ха. А ну-ка, применяем. Ловись, ловись, ловись. Есть! Хей-оу, точно. Хей-оу, демонические Морти, друзья мои. Круто. А мне знаешь, кого он напоминает? Из фильма «Восставшие из ада», помнишь там? Чувачков-то крючами вот так вот разрывало. Натягивали кожу им. Так, ну что у нас тут? Давай-ка просто глянем так, мимоходиком. Я вот так вот потихонечку здесь обойду. Вдруг чего тут лежит у них сзади? А сзади у них ничего нету. Я даже немножко удивлен. Чуточку самую удивлен. Так, ага, вижу тюбик. А как мне его взять-то? Стоп. Погоди-ка. А как это они туда поставили тюбик и... Немножко не понял, как его взять вообще оттуда? Здесь пройти нельзя. Смотри, это что за Морти? А, он с рыбкой какой-то там стоит. Может быть, здесь как-то пройти можно? Нет. Странно. Ну ты посмотри, видишь, тюбик стоит где? Может быть, с этой стороны, конечно, зайти можно, но я не хочу рисковать. Здесь нам не пройти. Ладно, пойдем, короче, до портала с тобой. Да хорош там уже напрягать. Музыка эта закипела. Так, я еще сейчас вот здесь вот гляну по-бренькому, может быть, что-то упустили. Хотя вряд ли, вроде бы все тут обошел. Так, смотрим. Твою налево, напугался аж. Заберем. Нету места. У нас, оказывается, уже с тобой нету места. Смотри, такой... Опа, вот тут хорошая вещь. 330 шмеклей. Плюс флип и большую сыворотку мы нашли. Это на халявку. Вот. Это же редкий. А редких мы можем с тобой скрещивать. Ёк-макарёк, слушай, у нас сейчас, когда мы вернемся, я же точно такого поймал? Да, поймал, конечно. Так, ну что, давай сделаем с тобой замену. Возьмем ножницы. Это будет у нас... Это не перебор ли будет, а? Давай вот этого, наверное, возьмем. И сделаем сейчас проклятие старейшины. Тихо, 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 не бубни. Попробуем сделать удар молнии. Так, ну что, больше половины жизни я у него отнял. Давай-ка, наверное, сейчас попробуем все-таки его схватить. Чип контроля Морти. Давай, 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 давай. Да ё-моё, ну что ты? Еще раз, подожди, я говорю, еще разок поймать его. Предмет. Чип контроля. Погнали. Есть! Интерн Морти наш. Редкий. Интересно, в кого он превратится, когда мы его скрестим? Ну что, теперь я уже точно могу сказать, что надо идти... А где у нас портал-то? Я уже и забыл. Тихо, 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 сюда нам не надо. Проблемы мне пока не нужны. Здесь тупик. А знаешь, чего не хватает здесь? Карты, чтобы ориентироваться, чтобы можно было видеть, куда нам идти. Или хотя бы стрелочки как-то показывали нам, да? Так, а этих мы с тобой побили. Стоят, отдыхают здесь. Там банка наверху. Да как, где же тогда получается-то? Хм, погоди-ка, это что ли? Точно? Ну что, друзья мои, давайте, наверное, мы с вами захиляемся для начала, потому что у нас мало здоровья. Большая сыворотка, две штуки. Применяем, по 50 ОЗ. Ну, во-первых, наверное, на опасного Морти. И, скорее всего, применим на вот этого. Морти Экзо Омега. Пока достаточно. У нас, тем более, все равно ничего нет больше. Ну что, давай посмотрим. Что это у нас за усатый такой? Мне не совсем понятен смысл всего этого, но так надо. Ну, раз надо, так надо.
пес Морти. Ага. Так, он ножницы. Нет, заменяем с тобой на опасного Морти. Пренебрежение. Так, он мне скорость понизил. Твою дивизию я... Морти-дрон? Так, слушай, подожди, дай-ка я, наверное, использую предмет. У меня должен быть... Вот. Применить. На опасном Морти. Слушай, он эпик. Стена. Он защиту себе усилил. Так, а мы с тобой меняем на бумагу. И это будет пылающий Морти. Пылающий Морти. Здоровья, конечно, не очень много. А, его атака прошла мимо. Ну что же, а теперь попробуем мы сделать ему красный туман. Трындец. И как это так получилось? Вот объясни мне, как так получилось, что он меня на опережение бомбанул? Ну-ка, здесь-то, надеюсь, стирание пройдет? Ты сейчас серьезно? Эпич, я понимаю, что ты эпический, но не настолько же, чтобы выпендриваться здесь. Ну-ка, еще разок стирание. Фига у него там защита, я тебе скажу. Безнадежно. Еще раз атакуем, но на этот раз толчок только остается. Так, он меняет на пса Морти. Так, что у нас есть? Опасный Морти. Если мы сейчас ударим 33 уровнем, я думаю, что, наверное, он тут расклеится. Смотри, что творит, а? Подъем за трусы. Да чтоб тебе! Так, еще разок. Если он сейчас так будет с опережением меня бомбить. Ты посмотри, что творит. По 4 атаки. Откуда они? Не понимаю. Так, здесь будем продолжать. Это у нас дрон. Эпический против редких. Подъем за трусы. Жесть. 29 уровень. Просто меня сделал. Просто меня сделал, прикинь. Так, ну что, раскат грома, пробуем, ребят. Безнадежно. Да уж, это точно. Ох, щит. Чего, я у него только одного Морти убил? Ёк-макарёк, да нам крышка тут, ребят. Это мне нужно срочно этого, нашего дружка Миксика, или как его там звать, чтобы он нам восстановил все здоровье. Только после этого мы можем с тобой, наверное, здесь победить. Внедрение, конечно же. Дрон истощен. Опа, это кто? Это початочный Морти, оказывается. Ты понимаешь? Початочный Морти. Я даже не знал, что здесь такие есть. Ну, проверим его на прочность. Ну. Давай, давай, давай. Неплохо, внедрение работает. Очень хорошо, ребят. Плюмбоневый Морти. Так, моя атака прошла мимо. Угу. Еще раз. Трындец. Кончилось и внедрение, и сияние, и все кончилось. Слабо. Мне заменять не на кого, да? У меня осталось только судья Морти и Омега. То есть, в любом случае, здесь мы проиграем. Сразу дубануло. Что у него за... в руки за фигня такая, скажи-ка мне на милость. Атака. Шарап Рик. Сияние у меня только. Все. Ну что, надеюсь, дружок нам поможет. Я в отключке. Да, он готов помочь. Ну что, у нас full хп. Единственное, что я, наверное, хочу сделать, это, если у меня, конечно, хватит денег, купить немножко. Да ё-моё, опять не сюда зашел. Магазин Рика. Предметы. Ну ладно, возьмем с тобой, наверное, одну большую сыворотку. Но это на всякий случай для подстраховки. Блин, ну я не знаю, на самом деле, что-то тут какие-то жесткие вот эти ребята.
Особенно вот этот дрон. Что-то я его вообще пробить не смог. Надеюсь, сейчас у нас получится. Так, Морти пес. Давай ему заменим. Наверное, опасный Морти. Сразу же берем его. Он сейчас поменяет же. Вот 100% тебе говорю. Так, пышный хвост, атаку. Он себе повысил. Мы делаем с тобой. А давка сколько у нас идет? Точно 95, а здесь... Ну, здесь сила соточка. А здесь всего 90, поэтому подъем за трусы. Да как так-то? Почему... Твою налево он поменял, а? Слушай, ну здесь неплохо мы ему бомбанули. Давай попробуем еще, наверное, сделать удар. Он стену делает. У него защита растет, и причем, я так понимаю, у него... Нет, смотри-ка, пробивай. А, это скрита. Это скрита, мы ему так звезданули. А на обычной атаке, ты видишь, вообще практически ничего не происходит. Давай сделаем замену. Блин, а у нас нету хорошей замены. Ладно, попробуем дальше бомбить. Сейчас мы его ушатаем. Есть. Так, дрона мы вырубили. Так, судья Морти у меня получает уровень. Молодец, красавчик. Так, он у нас... по-моему, ножницы, да? Он у нас... Или он... Блин, или он бумага? Короче, берем с тобой Морти электрокинетика. А, он ножницы. Ну что? Раскат грома? Отозвал. Ты посмотри, а? Взял, ну, этот, камень взял. Значит, мы с тобой берем бумагу. Мы с тобой берем бумагу. Знаешь, что самое фиговое? Что он экзотика 30 уровня. И сейчас нам будет здесь очень плохо. Красный туман. Трындец. Слушай, ну неплохо. Но этому, видимо, скрита ему так зарядили. Попробуем еще разок. Замену на судью Морти. Так, а он кого делает? Ты посмотри, что творит. Берем тогда опасного Морти. Мокрый язык. Трындец. Со своими четырьмя атаками просто вырубил меня. Прикинь? Давай тогда сделаем так. Атака. Внедрение. Все, выкусил. Блин, я у него только одного Морти подбил. Внедрение, говорю. Окей. И, надеюсь, последний удар. Есть, второй только лишь Морти, которому вы победили. Продолжить. Так, это у нас экзотика. Блин, у нас все равно нам нечего, ребят, менять. Внедрение пробуем. Твою налево. Ну кто остается? Судья Морти? Давай попробуем на судье Морти. Каменный взгляд. Безнадежно, говорит. Сделаем стирание. Есть. Так, это получается третий Морти побит. Два. Ага. Продолжить. Початочный Морти. Так, тогда меняем. Раз у него ножницы, нам некого, ребята, взять. Ножницы... А, Морти электрокинетик. Мы эпик. Росток. Понижает защиту. Что еще там? Точность понижает мне. Но зато повышает атаку. Раскат грома. Неплохо. Почти половину здоровья отняли. Сделаем с тобой удар молнии. И вот так опрошла мимо. И, скорее всего, добиваем. Да. А вот и фанатик. Морти из культа Морти. Обычный. Ну-ка, раскат грома. Круто. Так, у него точность растет. А мы его, наверное, сейчас добьем, скорее всего.
Да, ребят. Истощен этот Морти. 89 опыта. Усатый Рик побежден. 390 шмикелей плюс средства от пролича и значок. Всего 89. Маловато, конечно, будет. Ты мухлевал? Это неправильно. Я требую переиграть. Требует он, понимаешь ли, переиграть. Я тоже много чего требую, но этого ничего не делается. Так, друзья мои, у нас есть одинаковые Морти. В принципе, я и иду для этого. Хочу сделать улучшение. Подожди-ка, создание. Что-нибудь можем мы с тобой склепать? Опа, батарею сделаем. Еще одну можем даже заклепать. Шар темной энергии, кстати. Он же просил шар темной энергии, там чувачок, насколько я помню. Материнская плата. Что еще у нас тут можно? Опа. Сделаем вот так. Ну и остались там ошейники в основном. Слушай, давай-ка сходим. Где-то он тут должен стоять. Вот этот, по-моему, со своей материей к нам тогда докопался. Да-да-да-да-да. Значит, мы ему отдаем. Где у нас тут? Шар темной энергии. Темная энергия, то, что нужно. Вот, возьми эти оставшиеся материалы и иди с миром. Тюбик, флип, батарея и клетка бактерии. И клетка бактерии. Интересно, мы можем что-нибудь из этого всего хлама создать? Сыворотку. Хелзингер. Так, батарея, супермощную батарею. Очищенный флип. Так, а если я сделаю очищенный флип? К примеру, да? Любовное зелье развивает отношения за пределы френд-зоны. Слушай, случайно не вот это зелье нам нужно? Помнишь, мужик говорил, что его жена что-то там пренебрегает им. Он же где-то здесь бегает. Сейчас я посмотрю. Он просил создать ему какое-то зелье, которое будет... Так, а где он? Вот он. Ну-ка проверим. Да, вот у него черная полоса, он просит, чтобы я ему помог, чтобы она влюблялась в него снова и снова. Надеюсь, это все-таки оно. Любовное зелье. Отдать. Любовное зелье? Такие вещи действительно действуют? Ну, попытка не пытка, я добавлю его в бокал вина Бет и сегодня вечером. Я хотел спросить совета у Мисикса, но теперь это уже не нужно. Ух ты, получена коробка Мисикса. Солидно, значит, все-таки я был прав. А вот про топливо я пока, если честно, даже не знаю, ребята. Какое топливо нужно ему создать? Так, лаборатория нам не нужна. А какое? Давай посмотрим, что вообще здесь можно за топливо сделать. Я вижу, так, мега 7 увеличение уровня, батарея, супермощная батарея. Так, флип, это не то все. Робот, масляный робот. Кукла Гвендолин всегда составит компанию. Межпространственный декодер позволяет смотреть через глаза другого себе. Нету, ребята, никакого здесь горючего. Интересно. А какой же он тогда просит? Ребят, если кто знает, какое ему нужно горючее, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Интересно знать, что вообще за горючка ему нужна. Так, исцеляем своих Морти. И что я хотел? Конечно же, хотел зайти в питомник. Вот он. Так, давай глянем. Синтез. Ага. Этот и вот этот. Что у нас получится? Ёк-макарёк, ребят. Сопливый Морти. Жесть. 28 уровня. Так, подожди-ка, у нас, я знаю, еще должны быть одинаковые... Вот. Так. Эй-эй-эй-эй. Постой. А разве редкие не скрещиваются? Редкие же должны скрещиваться.
не скрещиваются эпики и эксклюзивы. Что-то здесь не то. Почему я не могу их скрестить? Синтез невозможен, говорят. А почему? Удивительный Морти. Почему синтез невозможен? Я-то думал, сейчас мы с тобой сделаем. Нафиг я их тогда ловил двоих? Скажи мне на милость. Садовник Морти, стиляга Морти, демонический Морти. Кстати, а, блин, 25 уровень, слабоват. Слабоват этот Морти для нас, если честно. Так, ну что, друзья мои, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Но обязательно продолжим. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.